Да. Давай! Видео нормально было или так, по лайву? Поедем вместе, подъедь пока в очередь ближе просто. Так, Нива поехала, дал бородачу ключи, пошел бородач, Грант подгонит ближе. Нива идет, идет, заряжена. Красавчик. Если Нива давай, идет, то мы проедем. Так, он бородач как раз. Я вовремя повернулся, подъезжает к старту. Бородач наглый, прямо на старт. Наглый бородач всех подрезал. Всех подрезал, ты видел? Влез. Влез вперед. Говорит, мы тут стояли. Бородач говорит, мы тут стояли, да? Не похож я, да? Бородач, топливо не пали, можем не финишировать. Что ты делаешь? Пересаживайся вправо. Да не, давай я. Возьмем призы, все сорвем. Да я сам прокачу. Двигайся. Да не утону, давай. Я уже в прошлый раз покупал. Двигайся. Телефон. На, мыло тебе, на. Ешь его. На, хавай. Спасибо, что подогнал. А где старт, с какого места? Давай назад. Так, Руслан на старте. УАЗика брать не захотел. Сейчас посмотрим на Чероки, как он проедет. Сейчас Руслан будет ехать. Сильно глубоко без стороны ехать буду. У меня нету... Блин, бородач тут На измене, блин, да, на полной. Я еще даже не разобрался. Ритузы застегивает, блин. Я от телефона даже еще наклейку не отклеил. На победу. На победу. Подожди, стой. Ну подай, за бородача же деть надо. Пристегнуться, стой. Серьезно? Мы все умрем? Подожди, я сумку подниму, чтобы... Да все выложили, блин. Бензина дайте чуть-чуть. Готов. Все эти сумки наверх-то. Так мы все умрем, Руслан, или? Не бзди. Два блогера в машине. Сейчас посмотрим, как они проедут. Смотри, тут по краю херачит. Слева, слева? Слева по краю максимально. Ооо, что-то как-то не фонтан. А он специально, чтобы Паша вышел лебедиться в воду. Понял, Руслан. Надо туда было, ты неправильно послал меня. На фраер ты, блин. А говорил я тебе, надо вправо было идти. На фарватер выходить. На фарватер надо было. Перезаезд, блин. Перезаезд. Блин, из-за тебя и все из-за тебя застряли, лошары. Порешал все вопросы. Давай спасайте, сука, мы тонем. Иди, блин, выходи. Куда? Выходи. Вылазь, я сяду за руль. Бородач, выходи. Я второй раз тонуть не пойду, блин. Какое лево, блин. Что ты слушаешь, они тебя разводят? А заходишь хотя бы толпу, блин, с трулей, давай. Мы погружаемся, Руслан. Вот так это все выглядит. Мы уходим на дно, Руслан. Смотри, течение прибывает. Не бывает вода. Это из-за тебя все. Это от тебя. Включи кондиционер, жарко. Булькой. Проехал я или нет? Вложился?
Это потому что ты черный? Как ты думаешь? Шапка не та, надо менять, да? Давай, вылазь! Вылазь! Штурман, вылазь! Народ требует, чтобы штурман вылез, лебедица. Штурман, вылазь! А он специально! Штурман, вылазь! Народ требует штурмана. Вот этого вот. С бородой. Не, пардон, фонтан все-таки есть. А куда ты, Игоря? Что, Игоря? Ну, УАЗик поехал. Куда это он? Ничего себе, едет. Все-таки два блогера в машине — это слишком. Ехал хорошо, но недолго. Штурман, вылазь! Я заблокирую двери. Вылазь, вылазь! Бородач, вылазь! Давай быстрее, потому что мне уже на сиденье надо садиться. Два ютубера обосрали, да? Завидуй молча, блядь! Дай молча! Давай мы за ним погнали. Так, зрители идут. Руслан, пиздец. Я полез на сзади сиденье. Что, тонем? Сейчас покажу вам бородача, блин. Есть бумага туалетная. Что, если я насру носками, может кто-нибудь взяться? А если открыть, оно быстрее будет играться? Болото, нет, открывать не надо. По-моему, нас никто не спасает, все забили хуй. Дай шапку поносить. Бородач, блин, что-то с тобой происходит, блин, не то. О, кто-то мне решил позвонить. Это вовремя. Это из-за того, что ты тяжелый, бородач. Не, надо было, надо было на глубину. Тут накопано, мы как из-за этого встряли. Да все ехали по краю. Да нет. Ну, попроси, чтобы... Бородача заберите от меня, блин. Попроси, чтобы столкнули. Дай кондиционер. Тихо, тихо, смотри. Кто еще один? Идет, нет? Пусть дернет нас, давай я попрошу. Дернет. Смотри, идет, идет, идет. Красавчик. В летном шлеме. Ну блин, вообще, что творит. Надо было сразу идти по краю. А так получается, что мы в диагональ вывесили. Из-за этого, думаешь? На 100%. Попросили уже, чтобы толкнули нас чуть назад. Подцепи нас. Подцепи, зацепи за якорь. Блин, испачкался. Перезаезд. Блин, как жарко у тебя. Перезаезд можно, да. Будем делать. Фу, ой, хорошо, как свежий воздух. Сейчас. А да, он боится глубины, блин. Я его поборю. На рассвободную включи его. Работает. Ну, тут тем временем лебедку разматывают. Так из двух блогеров никто не вылез. Ну,
УАЗик троиц, может поедешь сейчас? Смотри, вон он тоже что-то сидит, передумал уезжать. Давайте сбрасываем тебя. О, за ней вот цепляйся. Сейчас затащим ее назад. А то он, сука, накопал. Да. Цепляй за Ниву, вернем его обратно, давай. На трассу. Так, вон Нива. Чуть-чуть не хватило. Ты слишком начал копать. Пока что он стоял, а потом поехал. Нас ждал, что ли? Блин, на перегонке было бы круто. Да не, надо влево уходить, или там глубоко. Сейчас я пойду ногами потрогаю. Ну что ж ты, блин, раньше-то не потрогал. А ты ж, блин, я же не думал, что ты так быстро подъедешь. Поспешил немного. Так пока трасса целая. Закрой лебеду, Лех. Пока трасса целая, понятно. Только сильно не рой. Или давай закрываем двери. Рой максимально сильно, чтобы летело. Пока Леха не ушел, давай. Сигнал перестал работать. Странно даже. Трещит, блядь. Опа, порвался трус. Хорошо сидят. УАЗик пока еще борется. По-моему, от УАЗика уже до сюда доносится запах сцепления. Братач, ну ты тяжелый реально. Да ладно. Да ни с кем таких проблем не было, блин. Ты выбиваешь ногой мне передачу, выключаешь. Ездить не умеешь, блин. Давай слепого лебедка. Помогите! Лялик! Помоги! А где порвалось? Там? Лялик! Эй, вы! На пите! На льдине, блин! Намотать, да, Леха? Да вон слепого лебедует. Нет, обратно. Так смотри, он недалеко ушел, мы сейчас догоним его. Смотри, выезжаем и в прыжке... Пусть становится там и тащит нас вперед. Сейчас тоже вырвут нам бампер. По-хорошему надо, чтобы за левый край цепляли. О, слепой правильно делает. Да не, угол меняет. По течению будет нас тащить. Сейчас слепой нас
Да ты сюда снимаешь, вот эту херню снимаешь. У нас тут экшен здесь происходит. Внутри у нас экшен. Лёлик! Помогите! Спасите! Руслан, ты скажи... Русь, фолловерам скажи, это самое, спроси, это все проблемы у тебя, потому что ты черный или... Это из-за шапки, сейчас я поменяю. Бородач, это из-за тебя все. А может, этикетку снять надо было, вот, видишь? Ты же еще вернуть хочешь. А, вернуть после феста? Ну, смотри, у вас далеко не ушел, но, в принципе, еще можем... Можем догнать, да? Смотри, давай чуть-чуть подлезем, если она пойдет, как... Вот так направо, и наберем еще воды. Ты что, дурак? Ты же хотел по глубине пойти. Закрываем его? Да нет. Сейчас ты как... Я тебя знаю. Блин, сейчас от слепого прилетит еще. Или бампер твой. Ты коленом выключаешь по передаче. Первую включи. Смотри, вправо так делай наклон, сразу и уходит. Трещит твоя тачка. Что трещит ты? Да нормально идем. Начинаете. Что тех два пилота? Никто выходить не хочет. Каким-то треском, но вытягивают. Завидовать. Вот такой нас вынимает. Шишири все-таки. Есть прелесть, да, своя? Да, ты все-таки повыше от воды. Так что, мы возвращаемся на трассу в прыжке? Таки не хватает. Блокировок не хватает до двигателя в переизбытке. Выкопал под собой колею почти больше, чем пол колеса. Все, вытянули. Там же УАЗик стартует сразу же. Напомню, тот УАЗик предыдущий еще борется. И этот уже приехал. А тот немного сдвинулся. На лебедке, правда, но... Лёлик, помоги! Чуть-чуть выехал. Смотри, сколько ты на грани! Идут разборки, кто сколько нагадил у блогера. Паш, а в рекламе штурман выходит. В рекламе штурман выходит. УАЗик дальше поехал бороться. Ого, ДТП. Вызывай ментов. А менты приедут. Приплывут. Буханка нормально себе так фару подмяла. Еще раз. Вызывай страховую.
Вмятина осталась. И третий раз. А, это у вас заводы помогают друг другу выехать. А тот УАЗик сидит безнадежно. Слишком сложно для него. Не можешь вырулить. Колея там. Оффроуд потихоньку превращается в дерби. На выживание. Дэдпул 2. А раньше было зеленое, его просто раскрасили, видишь? Черный покрасили и мелом все раскрасили. О, выезжает. Вот дракон выехал, наверное, за УАЗиком. Колян, ты снял, как он его впитал? Но там еще было два момента помимо этого. Он еще сдавал назад и потом еще два раза его бил. Фотки на ходу можно делать. Спасибо. Держи. Чуть не проехали, ты же видел? Почти. На грани. На грани были. Началось веселье. Надо нырять на глубину, только там шансы есть проехать, наверное. Да, кто был первым, у того были шансы теперь. Это точно лайт? Это лайт типа, да, или что? Mm-hmm. Нет, это лягушатник, сказали.